видим новообразование даже меньше миллиметра в диаметре, а также мы видим не только уже злокачественную трансформацию, а предраковые заболевания. Предотвратить болезнь легче, чем ее лечить, рассказывают врачи. Эндоскопия – одна из тех процедур, которые помогают выявить недуг еще до его появления. Специалисты все чаще напоминают, есть болезни, которые протекают бессимптомно, и чтобы избежать серьезного лечения, нужно периодически проходить процедуру чек-апа. На русском языке это называется диспансеризация. Много патологий помолодели. Изменился образ жизни, изменилось наше окружение, экология, изменились ритмы, в которых мы живем. Это все, ну, к сожалению, не способствует улучшению здоровья. Ну, один раз в год, чаще всего, это, ну, хороший период для прохождения диспансеризации. На Качинской открылся новый медицинский центр «Альмед». Там могут не только проверить здоровье, но и назначить необходимое лечение. Есть большое количество медицинских центров, где есть хорошие врачи в одном месте, в другом, в третьем. Но чтобы все было удобно, комфортно, разом, за один день получить все, что необходимо, такого в Красноярске не существует. Поэтому мы сделали такой медицинский центр, где это может быть реализовано. На площади 7 тысяч квадратов, 2 лечебных корпуса, 4 операционных блока и стационар с индивидуальными палатами. Из оборудования маммограф, аппараты УЗИ, КТ, ФГС и МРТ с подъемной мощностью до 250 килограммов. Для комфорта пациентов и сопровождающих на территории есть парковка.